Доброе нижегородское утро. Вчера я вернулся с своего велотура из Турции. 3 недели прокатался, проотдыхал. Кратко подведу итоги. В общем, как понятно, тур мой был из Анталии в Стамбул. Вот, проехал я где-то 1300 километров по серпантинам, в основном по горной местности, в жару. Конечно, было сложно. Жара начиналась с 9 утра, уже начинала подпекать, и в 12 самый пик. Вот, там прям совсем было жестко. Ну вот, по порядку, значит, по дорогам. В принципе, в Турции отличные дороги. Я их даже разделил. Первый сорт, второй. Первый — это вот, когда прям чистый, гладкий асфальт, вот, едешь. Второй — это когда асфальт такой зернистый. Ехать можно, но скорость ты, конечно, на нем теряешь, трясешься чуть-чуть, вот. Но никаких ям, никаких трещин, как у нас здесь вот. Даже в глухомань заезжаешь, все четко. Везде дороги есть, везде ты проедешь. Вот. Что еще? В такую жару, конечно, много пьешь воды, но плюс Турции в том, что вода там просто вот на каждом шагу. У тебя закончилось, ты ешь, через 10 минут встречаешь краники вот эти с водой, их наливаешь, питьевая вода, все четко обливаешься сколько хочешь, даже там можно полностью под душем окатиться. В такую жару это просто спасение. Вот. Что касается про самих турков, отличные ребята, гостеприимные, дружелюбные. Если, ну, сразу как-то они определяют, что ты иностранец, спрашивают, откуда. О, Русия, good, very good, Путин, все дела, пытаются там слова по-русски. А если еще ты им начинаешь по-турецки что-то говорить, то совсем там друг ты для них. Вот, сразу там тебя угощают чем-то, то все. Вот. По еде. Еда, вот если в магазинах брать, то еда дешевая. Если в кафешках, то все тоже зависит от того, где ты присел там. Если у самой набережной, то, конечно, дорого. Если где-то подальше, уже можно средний чек там найти. Нормально поесть, вот, недорого. Плюс еще зависит от того, ну, что там за обслуживание могут взять какой-то процент. Ты ж там не сидишь с калькулятором, не насчитываешь. Некоторые, конечно, злоупотребляют, там накручивают, в конце тебе выдают столько-то. Плюс там, допустим, 50 лир все накинут. Ну, значит, чаевые не оставляешь. Вот. По оплате карты МИР вообще без проблем. Сколько там? 3 точно есть банка, которые принимают карту МИР. И плюс ты расплачиваться можешь. Практически везде принимают. Вот. Курс где-то, ну, если округлить, 3,5 рубля за лиру был. Вот. Плюс еще в Турции в том, что ты уже едешь не как вот на наш Черноморский побережье, где там всякие жирные тетки отдыхают, пивные слесаря, вот эти вот полу такой быдляцкий отдых пляжный, где там туши эти лежат. Если ты едешь в Турцию, особенно если ты заходишь куда-то на экскурсию, то там приличные люди, интеллигентные, ну, то есть отдыхают нормальные иностранцы. Русских тоже дофига, постоянно слышишь русскую речь, вплоть вот до... Ну, во всех курортных городах точно,
И даже в некоторых таких вот, которые я проезжал, тоже иногда встречался. Нет, то кто-то там что-то идет, болтает. Вот. Сами турки очень любят отдыхать. То есть вечер, все там, все эти забиваются сразу, бары, кафешки. Все сидят там, отдыхают, чилят. То есть у них как бы стиль жизни такой, чтобы отдыхать. Поработал денек, все, вечером отрываются по полной. Вот. Что дальше? По поводу, да, еще хочу сказать, если ты едешь по курортным городам, дорога просто прекрасная, виды потрясные, вот, и самое главное, нет вот этих грузовиков, фур нету, как вот у нас даже на черноморских курортах, едешь по серпантину, тебя там фур жмет, здесь такого нет, фуры там уже на севере появляются, вот. А здесь все прекрасно. Ну, иногда вот надоедает, что как бы да, они видят, что там турист с флажком. И начинает вот каждые полчаса кто-то тебе пип и орут там. Да, прикольно, но потом уже это раздражать начинает. Ну и сами все турки очень любят сигналить. Вот идешь по дороге, ну, по дороге едут, пересигналиваются друг с дружкой. То есть вот такое. Движение там, конечно, очень напряжное. Поток машин сплошной. Вот даже пешеходный переход, и никто не останавливается, вот пока ты уже в наглую там не идешь. Но, а с другой стороны, и пешеходы не ждут. Если у тебя красный свет горит, никто не ждет зеленый. Все, если машины нет, все, пожалуйста, все прут там на красный. Даже если там полицейский стоит, всем плевать. Ну, все понимают, что торопятся. То есть лишние там 2-3 минуты никто терять не хочет. Вот. Транспорт у них все отлично. Вот даже я мимо какой-то деревни ехал, стоит новенький чистый автобус. Там что-то мини-вокзальчик, то есть... Движение у них, логистика, можно из любой дыры там уехать. То есть тоже все машины, все автобусы чистые. То есть не как у нас там грязные пазики. В этом плюс. Турки мусорят очень много. То есть прям идут, бросают бутылки. Уж про обочины я не говорю, все прям завалено пластиками, вот этими бутылками. Сорят они бесконечно. Но в то же время, как только все вот эти рынки, базары закрываются, вечер наступает, начинают разъезжать мусорные машины, все вот эти мусорщики все выгребают, загребают, то есть к утру у них опять все чисто. И так вот. Да, плюс еще есть магазины, где нету ценников. То есть ты пришел там, ну тебе вот надо что-то. Зашел, ценников нет. Я один раз попался так. Ну, думаю, ага. Взял того. И тебе насчитали там от балды, как ему там за бутылку воды, плюс бутылка лимонада, там мороженое. 50 лир. Ну, один раз я так пофиг заплатил, потом уже смотрел, где старался заходить, только где уже цена есть. Вот по магазинам у них есть розничные три вида магазина. Это Шок, Бим и Мигрос. Вот. Шок это типа нашей пятерочки, наверное, можно так сравнить. Бим это вот прям самый-самый такой распространенный. Вот. Ну там в основном всякие вот снеки, закуски, шоколадки, лимонады. Вот, а Мигрос это уже такой более дорогой. Не дорогой, а более такой цивильный. Что-то типа спара. Вот, но плюс-минус везде у них там цены внутри вот этих. Все одинаково. Вот. Если питаться
самому, да, то есть там покупать, что-то готовить, то это прям дешево тебе может выйти, если ты хочешь поехать на велике, там, допустим, с палаткой и вот так вот закупаться в магазинах, то денег вообще прям по минимуму можно потратить. Плюс еще еда, ой, вода бесплатная. То есть прям можно в Турции и жить. Если, плюс еще погода там круглый год теплая. Вот. Что еще? Так, это сказал. Да, турки очень забывчивые. То есть что-то у них попросил там в отеле, либо в кафешке там. Да-да-да, все, все, сейчас все будет. Ждешь, нету. В общем, надо им постоянно напоминать. Вот. А, что еще? Пиво. В Турции, видимо, пиво, насчет пива у них как-то слабовато. Единственное, несколько видов. Есть там Эфес, вот их пиво. Туборг, что-то Карлсберг. И все. 3-4-5 видов пива ты встретишь. Даже в барах ты приходишь. Ну нет, вот Эфес их и все. Пей его. Вот, то же самое касается... колбасы. Колбаса у них какая-то типа вот как сосисочного типа. Вот. Ну, в общем, какой-то московской, вот такой копченый. Нет, они по колбасе тоже минус. Не нашел я ничего. Вот. Что еще? Да, ехать, конечно. Ехать и отдыхать в таком ритме, еще что-то смотреть сложно очень, потому что выезжаешь сразу после завтрака, там 8 часов, и целый день крутишь педали по жаре. В жару вообще очень сложно ехать, вот, а жара там всегда. А если еще плюс ветер тебя тормозит, как в последние мои два заезда, то это точно ты на целый день. Пару раз я даже приезжал там уже в 6 часов. Все. Приезжаешь в отель, там поужинал, и все, вот тебе. И город толком не посмотрел. Потому что завтра уже дальше выезжать. Вот. Ну, в принципе, 3 недель, чтобы добраться из Анталии в Стамбул, что-то посмотреть, хватило. Вот. Плюс ко всему, я еще в Анталии подольше задержался. Вот, покатался там с местным турком по горам. В пару мест мы 2 дня заезжали. Вот. В Анталии, кстати, дорого очень. Цены дорогие. Ну, видимо, это самый такой попсовый курорт. Вот. Кто хочет ехать, чтобы был, ну, скажем так... Ну, Анталий, скажу так, мне не очень понравился, потому что там и море грязное, вот ты идешь купаться, к вечеру какая-то мусор какой-то в море плавает, там вплоть до прокладок, и как-то холодноватое оно, я думал, что сейчас приду, мне там море кипяток, нифига, все-таки все равно, несмотря на то, что август, прохладное такое море, грязное. В общем, в Анталии я бы не рекомендовал. Вот единственное, мне понравился город Бодрум. Там и чистое море, и вот замок. Один замок только что стоит. Я там на экскурсии завис на 3 часа. Вот. Что, ну вот в принципе и все. Что забыл? Забыл. Так-то вроде все рассказал. Вот. Ну, отлично, все-таки все вышло. Турки, повторюсь, гостеприимный народ, веселый. Там
видит тебя, о, привет, откуда ты, куда едешь, все дела там, давай поболтаем. Т-т-т, там, о, какие-то классные усы, там много раз мне говорили. Ну, для них, конечно, там, иностранец. Чем дальше заезжаешь в Турцию на север, тем уже иностранец прям для них, о, как там, инопланетянин. Особенно, если ты там на велике куда-то едешь, то все. Вот, сразу к тебе там пристают с этим. Ну, как пристают, просто интересуются. Вот. Что у нас по деньгам получилось? По деньгам скажу так. Перелет с великом стоил где-то мне 17 тысяч туда и назад. Ну, конечно, это билет надо покупать заранее. Где-то месяца за 4 минимум. Вот, планировать. То есть 17 плюс дорога с Нижней Москва, плюс такси. Ну, грубо говоря, 20-ка туда, 20-ка назад. 40 тысяч. Плюс я отдал за страховку. Страхование жизни, там несчастные случаи, все дела. Плюс еще активный вот этот шоссейный спорт. Где-то 6500 мне вышло. Вот. На все остальное у меня где-то вышло 85-90 тысяч вот за 3 недели. И если сложить, то получается что-то около 130 тысяч. Вот. Не знаю, как по мне нормально, если каждый месяц откладывать по десятке. Все, пожалуйста. Езжай в отпуск в Турцию. Вот. Ну, в общем, такие дела. Для первого раза выезда с великом куда-то за бугор, я так прикинул, а куда? Ну, вот Турция. Русский язык там. С языком вообще проблем нет. Если там по-русски кто-то что-то не знает, на английском каком-то ломаном, плюс еще там язык жестов, вот. Ну и плюс ты в крайнем случае можешь этим переводчиком пишешь на русском, он тебе на турецком или на английском. То есть здесь совсем не пропадешь. Вот. Так что в путь, кто собрался, думает, лучше съездить отдохнуть на вот за эти деньги, чем как некоторые никуда не ездят, катаются там, скажем так, вокруг двора, ну, грубо говоря, там, но покупают второй велик, третий, четвертый, колеса, шлем там, что-то, новый велокомпьютер. Ребят, зачем? Вот у меня один велик, пара комплектов там велоформы. Все. Лучше деньги тратить на путешествия, на какие-то новые впечатления. Вот. Ну, я решил начать с Турции дальше. Не знаю, как жизнь покажет, куда дальше. Пока не придумал, пока не знаю. Но обязательно куда-нибудь еще съезжу. Вот. Такие дела. Все, на этом все. Турция. Турция хорошо. Всем пока. Бобик передает привет.